35 секунд, 12 стихийные, 170 ходов, окей. Ну, 35 это вперед. Так, всем привет. А то сейчас как будут это вот. Как видите, выбрали цивилизации, но тут интересно, что расщепленный фрактал. Карта расщепленный фрактал. Я взял Мали, тоже необычная цивилизация, но я боюсь, что на такой карте перебили, не дали договорить. В общем, все цивилизации выбрали, вы их вначале видели. Мне выпала Мали, давненько я за нее не играл. Единственное, боюсь, что на такой карте может быть довольно мало пустыни. И, по-моему, как раз в прошлой FIFA, которую я выкладывал года два назад за Мали, у меня вообще, по-моему, пустыни и не было. Но цивилизация необычная, со своим необычным стилем игры. Надо что-то новенькое вам показать. Как всегда, все серии сразу видят спонсоры канала. Большое им спасибо за поддержку. Традиционно напоминаю, воздержитесь от бессодержательных спойлеров в комментариях и от оскорблений участников. Ну и всех вас с наступающими праздниками, а католиков даже уже и с прошедшим Рождеством. Приятного вам просмотра. Два раба и какой-нибудь один человек, который... Майло, я вижу, ты хорошо сгенерировал карту, что у меня река на одну клетку. Ну это же расщепленный фрактал, у меня тоже река на одну клетку. А, да, расщепленный фрактал, я совсем... Тут такое нормально. Какие вопросы? Река есть? Есть. Пить есть, из чего есть, рыба есть, есть. Конечно, все. Хочется... то есть у меня две реки с двух сторон, понял? Два этих, два стола. У меня бонус запишу за каждую соседнюю клетку пустыни и посыльных холмов. Но, то есть я могу сюда передвинуться, и будет четыре. У меня тут нормально. Но я тогда от реки уйду. Я, наверное, бы тут все-таки ставил. Город, к сожалению. Ну вот. Тундра. Плюс 2. Пожалуйста, у Гавани получается... У Гавани плюс 1 за каждый ресурс, плюс 2 за барьеры, плюс 1 соседство с городом. Я бы на производство плюс оставил. Плюс 2 за барьеры? Это когда ты сколько был... Сколько барьер? Один? Нет, ноль. Гавань вообще от барьеров не имеет. И, жалко. Только от ресов сейчас... и все. Ну у меня просто тут 3, центр города. Три рыбы просто в ряд стоят вокруг, как раз туда, куда гавань становится. Ты можешь сразу астрологию открывать. Я очень сомневаюсь, что тут будут лошади, что стратегический баланс работает. А вот священное место, например, соседство... Слушайте, давайте, наверное... Да, было правящим решением становиться под вулкан. Давайте, наверное, прям сразу в астрологию пойду. Сакура Дима. Ну, это же японец. Но мне надо... И причем мне надо... На первый ход, пожалуйста, метки не ставьте, у людей может карта поломаться, если они не догрузились. Так, ну тут нету нигде религии, мне надо как-то пантеон быстро набрать. А, я вообще ж имею, да, я имею плюс 2. Точно, так что я пантеон должен быстро взять. 6 ходов, если я еще в руинке не найду. Ну и соседство пустыни. Ну блин, пустыни как-то мало. То, что я тут вижу, это мало пустыни. Ну, то есть, если я беру на соседство пустыни, то вот сюда священное место, конечно, раз, два, три, на четыре встанет. Видимо, где-то там, и все, я больше пустыни не вижу здесь. Грега, Eagle Eye, F4. Так. Где бы мне еще пустыньки найти для себя? Да. Хорошие игры. Веселый. Вот я там, где я появился, я уже вижу веселый расщепленный фрактал. Не знаю, у меня тут недалеке от города, в четвертом раунде, 5 редких ресурсов. А у меня ни одного. Может, это стоило к ним поставить? Хороший второй город будет. Жаль, без воды никакой. У меня чисто, короче, два ручейка таких на одну клетку вокруг столицы. Блин, и тундра. Классика. Классическая шестая цива. Пустыня и тундра. Значит, сверху надо смотреть, но тут ощущение, что как будто конец. А, Сахара. Слушай, там будет дофига пустыни. Вот куда я сейчас поведу второй город. Ставить это прям 100%. Кстати, приятно за Мали, что ты сразу можешь, собственно, производство ставить. А тут есть еда в центре города, и город все равно растет, несмотря на производство. Жители, вулкан бахнет. У меня город разрушится. Нет, ты не понимаешь. Нет, да.
Так, давайте-ка мы с этим скаутом попробуем разбираться тогда. Не, ну я думаю, что соседство пустынья должен. Там нету ни одной вообще цивилизации в игре, кто в пустыне появляется еще, кроме меня. Походу, все мои резкие ресурсы себе отжал, но я вообще рядом ни одного нет. Я тоже спину. У меня оливки есть. Все мне выпали. И янтарь. Они одинаковые или разные? Ну, орошение открывается, все редкие ресурсы. Янтаря. Янтаря много, да? Можно будет корпорации поставить. Вот буквально за поворотом. Мануфактуру на них. Так, ну мне... Я все-таки в астрологии, потому что у меня трудовая дисциплина очень сильно нужна здесь будет. Иначе Мали без производства сидит. У него же минус... Минус к производству. О, там еще и горы есть. Блин, надеюсь, они мало места занимают. Так, я бы, наверное, сразу осела следующим делал, а потом священное место. Я должен следующим ходом взять пантеон, я думаю. Ну, тут надо соседство пустыни брать. Тут что-то надо на соседство брать. Точно не на тундру уже. Тропических лесов у меня нету. Пустыня вроде какая-то есть. Я надеюсь, что этого хватит, но не факт. Вообще не факт. С расщепленным-то фракталом. Тут еще горы, знаете, вот захожу, а тут Сахара, это три клетки, а все остальное горы, вообще будет смешно. Мандинго. Так, что-то не дают пансион, или следующим все-таки ходом дадут? С одной стороны, прикольно, что у нас два хоста рядом, а нас вряд ли кто-то убьет. Вместе. Я согласен, будем дружить до конца игры. С другой стороны, у тебя 4 редких ресурса. У тебя тоже вино есть, что тебе и... У нас линкнуть нет, у нас одни и те же ресурсы. Я не знаю, кстати, я даже по лояльности не вижу, чтобы она душила. Ты, видимо, либо... Я твой... Производство. Ну, город, хотя бы производство изначальное есть, я видите? Туда подошел. Я бы, наверное, даже и не убирал тут лес. О, ну давайте, пустыня есть. Подожди, может мне глянуть все-таки здесь? О, тут еще и чудо. Блин, опять чудеса из ББСа. Кажется, их надо убирать все-таки. Опять какую-то имбу нашел. Ну, не имба, ну просто ты не знаешь, как они работают. Это какие? Я вот сейчас никакие не вижу. Сколько играю в эту игру, чаще в ББС попадается еще достаточно оригинальной игры. На две клетки, 2000 две науки. Ну, не знаю, где мне тут город ставить. Ага, вот сюда. Не так уж и близко. Так, ну все равно. О, там кто-то его бьет. Тут, значит, ГГшка где-то должна быть, пойду ее найду. Я с тобой конфликтовать не хочу. Не зачем. Я так, мастерство, я животноводство. Испанец, ты хочешь напасть? Мне даже не надо. Не надо было. Но я бы все равно проголосовал за ремонт, на самом деле. Соглашусь. Это фрактал, ребята. Это вот расщепленный фрактал. Не за то, где появились, а за то, чтобы появились пузо к пузу просто. Окленд, кстати, Окленд-то в тему мне будет. Майло, нормально метки поставил? Окленд мне будет в тему. Слушайте, а где руинки хоть какие? Привет, китаец. Я думаю, нормально. А вот. Ты там мимо не видел? Я тоже согласен. Пробегая в варварский лагерь. О-о-о. Нет, варвара только вижу. Короче, ну, вот у меня морская игра, судя по всему, будет. Жалко малого пустыни, вот чего мне не хватает. То есть у меня пока два города только в пустыне нормальные становятся, и все. Все остальное... Не знаю, может мне реально быстро выходить тогда в судостроение, искать где-то рядом, может где-то рядом еще места будут. Или вот тут скаутом пройти туда.
Плюс население, nice. Кайф. Так, тут в очередь строителя. Тут, наверное, просто надо сразу в сугубу идти. У нас еще один сосед рядом. Найти другую цивилизацию. Кто, варвары? Нет, сосед какой-то. ДГшка рядом, я не вижу. За первый раз, первый раз открыл. Так, а Окленд что хочет? Галеру. Ну, кстати, надо, наверное, в галеры сначала выйти. И гавани мне тоже не помешают. Галеры, потому что надо янтарь и крабов обработать. Строителя дали просто так. Зашибись. Это же здорово. Так, давайте, наверное, все-таки по холмам возьму здесь. Ага, вот пустыня есть. Так, давайте мореходство. Здесь тут сейчас варвары нигде не появится, чтобы я мог спокойно дойти. Походу, вот тут третий город у нас должен будет стоять. Так, ну этого мы завалим. Может, даже и не будем трогать. Кай там... Ну, у тебя прям сочные места. Он дает копейщиков, лангорцев. То есть он не будет морские юниты делать. Привет. Тут проблема не слышу, пуст... этот вулкан есть. Если что, мой лайф, у меня снизу тунул, так что, понимаешь. Но... О, еще одно место под город. И Хатусу я первым нашел. Ну, так, ну все не так уж и плохо. Блин, я не могу шахты делать. У тебя там справа место есть, куда селиться? Ты ведь не пойдешь сюда. Так, ладно, давайте тогда оленя я обработаю. И потом пойду, ну, вот эти сейчас далеко. Мореходство откроется. А кинь метку. Мне нравится, фраза, что поставят что-то на побережье. Надо поселенца построить. Рабочих мне, рабочий мне сейчас как раз не нужен. Вот поселенец. Ё-моё, ну вот это плохо. Так, ладно, будем защищать. Я доведу здесь посела. И вот это, кстати, морской юнит. Вот это плохо. Потому он морские будет спамить. Ты что, я ж там отвалюсь. Деньги дали. Ну, тут тоже на воде... Ой, ну, блин, не будет соседства. Ну, мне надо, чтобы как можно больше... Ладно. Так, на самом деле тут священное место бы... Я вот только не знаю... Слушайте, может, давайте сначала священное место, а потом... Посело. Спасибо. Надо вернуться, чтобы вылечить дуболома, и потом... Сюда везти надо будет. Надо еще, ну, хотя бы на три города пустыня есть. Это уже рабочая схема. И главное, что рядом нету соседей, которые... В союз и просто семьям тогда. Да. Капец, у тебя тут кампус, конечно, встает просто на плюс. Раз, два. Плюс четыре. Так, ну давайте, наверное, сверху смотреть. Я даже не смотрю на ресы, я просто ставлю, где могу ставить. Я не уверен, что я соль успею забрать, выкупить. Скорее всего, она отойдет в Хатусе. Так, мореходство. Сейчас янтарь обработаем, получается, и крабов. И, соответственно, ускорим... Навигацию по звездам. Блин, но знаете, в чем проблема? Мне же сугубы надо ставить, а не гавани. Вот в чем проблема. Ты руинку нашел? Да. Я целых две нашел. Ну, вот так лучше пойду. Так, янтарек.
Ой, уже лошадь, фак. Так, пока в защите постоим, будем убегать, конечно. Будем, конечно, убегать. Ладно, пошли пока в письменность, наверное. Китаец, тебе вот эта моя метка не помешает? Ниже нее селиться я не планирую. Блин, уже кто-то пророка набивает. Это Вендр. А, окей. А кто так пророка я быстро набивает? Ребята, вы что, блин, на одном городе сразу ставите этот? My life, ты чё? Так у меня Япония, даже у него быстро строится. И что, трудовую будешь брать? Не знаю еще, вряд ли. Я ж тут без трудовой сдохну. Вот, кстати, да. Кстопануть тебя как вариант. Блин, уже бежит этот. Мне тоже надо читать, значит. Ты там еще что-то нашел, что ли? Это просто. А, у нас венгр справа. За горами. Зато как гашек рядом нету. Топануть меня, мне и так тут все грустно. В принципе, я за горы не собираюсь селить. Мне тут. Ну не то чтобы достаточно места, но жить можно. Так тебя тут никто и не ждет. А он там на другом континенте? Нет. Это фиг знает, я не вижу. Ну, частично, наверное, да. Ну, половину. Если называется Вальбар, как-то Вальбара, то да, я нашел его, по сути. Ну да, да, в смысле, ты не нашел. Какой тут континент? У меня Венды. Я говорю, я его нашел, если он на этом континенте Вальбара. Он справа от тебя, вот где-то тебе крутой город. Лишнее пооткрывал немножко. Да-да, Венгрия на этом континенте. Но я вас за горами тут тоже не жду, ребят. Ну вот, будем плевать через горы. Я не думаю, что он 14 ходов назад после, он тоже читает 100%, да, и вот сейчас, видите, начитал. Блин, не могу обратно, ну, и меня, скорее всего, этот сломает. А тут даже прохода, кстати, нет. Вообще зашибись. Там нет, снизу, давайте на производство, нам монумент там надо. Там чисто холмы и пару. Еда лет. Тут будет? Город будет расти. Что я сейчас 3 получил? А, рядом с чудом поставил. Не знаю, Дим, строй корабли, ищи по воде куда. Мы тут с тобой вдвоем не поместимся. А, так я думал, вроде союз. Не, ну понятно, что союз, но тут за один фиг не поместимся. Не, наверное, придется обработать, чтобы мастерство открыть. 10 городов на двоих примерно место. Ой, блин. При том, что половина из них вообще без пресной воды. Ну, мне надо еще читать. Мне надо быстрее принимать религию. В любом случае. Блин, я сижу, что-то слышу звуки цивилизации, типа открывать технологии, я, оказывается, уже в тюрьме сидел. А, блин, я шахты все еще не открыл, да господи. Ладно, надо открыть шахты. Я же не смотрел. Валим. Китаец, поставь мне, пожалуйста, метку в мою сторону, куда ты будешь селиться. Тут нам надо где-то вот сюда город все-таки поставить, на риф, я понимаю, что соседство... My life, у тебя насколько? Но мне надо как можно больше, чтобы вокруг было пустыни. Ладно, давайте тогда, наверное, овец обработаем. Блин, одновременно, и он заберет первый. Реально нет прохода через... Так, мастерство открыли. Еще строителя дали. О, повышение, зашибись. Фу, убежим от этого коня. Так, ну здесь, наверное, придется так обработать. Видите, сломал мне все-таки янтарь. Ну что, может сначала галеру?
Мне надо этого посела 100% ставить быстро. Что и место хорошее, да, и да, священные места нужны. Так, здесь священное место, наверное, вот сюда под гору поставлю, чтобы... Привет. Ну, я прямо сейчас как бы ставлю религию. Так что я беру трудовую дисциплину, мы договорились. My life, я выбираю верование, алло. Уснул. Молчание, знак согласия. My life? А он вообще не в Дискорде. А он поставил на Камимире, можешь брать трудовую. На Карамимир и церковный... Что ж ты их разозлил? Да, в смысле? Я не успел нифига выбрать, потому что я ждал, пока... Чувак, а ты можно убрать таймер мне хотя бы? Ай, хорошо. My life, а что ты не отвечал, блин? Я сказал, все, отошел на секунду. Ты... Вот так вот... Египет, ты слушаешь. Там еще всех варваров не видишь. Я убрал таймер, попробуй. Держись. Алёш, что, поможешь? Да я никак не могу паузу эту тупую отжать. Так, ну ладно, за Малей, наверное, ислам возьмем. Лагерь варваров, буду грабить его. О, трудовая дисциплина. Да не, мне очень далеко. Так, что ж мне тогда взять? Гурдвару, наверное, стоит взять. My life, ты основал религию, при этом ты еще в темном веке? Давайте гурдвару. Понимаю, я тоже. Почему в темном веке? А, ну да. Надо никого не встретить, в темном веке остаться. Надо подержать 10 ходов, это очень круто. Венгр, за тобой рядом никого нету? А что у нас может? За что мы можем очки получить? Как за агрессивную колонизацию. Пошли сюда, посмотрим. Все, я закончу. Врубай таймер. Там, кстати, где ты можешь... Так, ну, метку. Не теперь сказал, с производством уже важно, веселее. Видишь, что-то таймера вообще капец как мало. Давай, через 10 ходов. Не, я туда не пойду, не поведу город пока вообще. Блин, орошение, конечно, так, стоило бы. Короче, я, наверное, направо тут начну селиться. Я вот эти вот здесь. И, скорее всего, на камень, который под горой поставлю. Ну, я думаю, что нам надо чисто вот селиться. Эти поставить города, а все остальное покупать поселенцев. Конечно, как-то прям очень по-щедрому расселяешься, как будто у нас прям место было. Ну, как, блин, по воде. Еще 9 ходов древнего мира. Прикол. Как вода появилась? Мне бы скаута, наверное, полечить стоит. Ух ты, там еще куда-то проход есть. Короче, чекайте, у меня выходит поселок, вулкан его убивает. Было бы здорово. Какой-то добрый. Подарок от игры. Блин, мне бы реально кого-нибудь встретить все-таки. Я смотрю, тут как бы место есть, куда города ставить. Тимбукту. Так, Ньяни перестала расти что-то. Ну и в принципе норм. Очень надо. Довольства-то нету. Ну я бы сейчас только что потратил деньги. Ладно. Блин, давайте, знаете что, давайте... Так я у тебя одну золотую попросил. Откроем... И что так смущаешься? Через два хода международная торговля, да? Я только потратил деньги. Я видел, что у тебя 6 всего. Пока оставляем. Так, через два хода надо будет поставить карточку на галеры, что надо будет защищать, как-то тут разобраться и ремонтировать янтарь с крабом. Я не знаю, что с гаванью делать. Потому что, ну, понятно, что сугубу куда-то сюда надо будет ставить, так? Ух. Ну, тут просто стоим, ждем. Когда галера появится в городе. И судостроение надо, чтобы плавать. Ладно, пошли тогда этим скаутом сюда вниз исследовать. Ты бы реально был не против, если бы тут ГГшка появилась из этого города. Вулкан, на следующий ход создается посел.
пух, так сказать. Вот эти тоже я гавань не могу поставить нормально. Китайцы, как ты встретил Болонью? Блин, плюс 7. Ну тут я вулкан, помню, но плюс 7. Болонью. Фак, я, наверное, все-таки поставлю сюда. Я просто не особо видел, чтобы ты возле моих границ появлялся. Я так понимаю, внизу тут есть перешеек такой небольшой. Давайте орошение. Я не могу ферму нигде сделать, да? Рис только в третьем радиусе. Блин, а может сходить рис? У меня деньги есть на выкуп. Я же Мали. А пошли, наверное, обработаем рисик. Так. Тут, значит, ставим на плюс 100 к морским юнитам. Тут в очередь две галеры в любом случае. Пока полечусь. Тут я поведу скаута под защитой... дуболома. А, ты взял культуру от плантации? Ну, я не знаю, мне нужна ли ранняя культура империя. Я ж не буду строить поселенцев. Я взял новую плантацию. Пока так пойдем. Ну, в золотом веке мы, конечно, монументальность будем брать. Покупки за веру и за деньги поселов и рабочих. Ну, в принципе, карта благоволит. Маловато пустыни, но вот три города хотя бы с пустыни уже норм. Трудовая дисциплина. Вот этот вулкан единственное, что меня смущает. И он одну теху больше просто, в отличие от всех. Ну не будет же он так часто. Господи, почини священное место, там один ход будет. Например. Кстати, мне надо, наверное... священочку, если... Ну да, тут надо пока... Я же Тимбукту не обратился еще в мою религию. Так, значит, я сюда иду. И этот под защиту. Так, и просто туда отправляем. Тут потихоньку подходим. Открывается. Следующим ходом орошения надо будет отменить. Тут все на производство стоит. Все верно. Видите, довольства не хватает, а мне надо тогда, наверное, будет оливки обработать. Да, интересно, конечно. Это, мне кажется, будет интересная игра, только если кому-то еще там не повезло с местом. Так, а что тут няни не растет, расскажите. Майлах, верни деньги. Одну? Давай пять. Почему так много я слышу my life? Не, кстати, следующим ходом хорошо, будет расти. Это помню. Когда появляется посел, это не, тоже он, такое не думал, баг отображения в ЦИ. На самом деле тут не ноль ходов для роста. Тут будет больше, потому что, видите, плюс 6 идет. Сработает. Вы понимаете, должен расти город. Все равно ноль ходов роста показывают. Что за фигня? Не, ну давайте три, надо, чтобы рос город. Хм. Ой. Ладно, пошли. Исследовать. Уже половину здоровья, это нормально. Так, ставлю все-таки священное место сюда. Ну, блин, плюс 7 это плюс 7, то есть это плюс 14 производства. Для Мали пока производство нет. Это не... Я на бананный город, короче, поставлю чуть левее, а то у меня там второй-то не вместе. Проблема. Я напоминаю, что у Мали минус 1 к производству при постановке рудников.
это, наверное, слушай, единственная цель. Хотя я не знаю, там еще, наверное, есть, которые не стоит вырубать леса, типа, у которых бонусы от лесов. Но в моем случае леса на холмах вообще нету смысла вырубать. Варварского лагеря поставишь дамбу? Так, сейчас дай посчитать. Это если я под бананный акведук поставлю. Конечно, сейчас явно будет подходить. А, там он с Оклендом воюет. Кстати, Окленд... Давай лучше это, смотри. А, подожди. Окленд пока неизвестно, что... У меня Окленд надо засоюзить будет, несомненно. Так, открываем орошение. Надо было прошлым ходом отложить орошение, между прочим. Ну, видимо, надо письменность открывать, потому что я что-то не встречаю никого. Ну и в деньги мне надо выйти. Так, стоим в обороне. Они не убьют мне скаута следующим ходом. Так, чтобы под мою дамбу попадала это. Опа. Тратуте. Этого мы парня завалим. Вообще надо на самом деле туда плыть. Я тут хочу просто посмотреть реальную территорию. Этот лагерь не должен клепать. В принципе, тогда да. Морские юниты. А вот тот клепает. Смотри, как отлично входит. А может ты акведук вот так поставил? Так нельзя. Я уже город поставил. Эль-Джуф. А, точно, точно. А, Египет, это ты Кабул штурмуешь? Не. Не, ну так-то, конечно... Это вулкан, что ли? Да его, по-моему, там просто... варварский лагерь рядом. Тут, кстати, может быть, проход вполне. А может и не быть, потому что это фрактал, тут вообще не угадаешь, на самом деле. Аргенский залив звучит как испанское название. Нет, я не прошу ставить... Вообще, я не планировал ставить, я думал, ты ее поставишь. Так, пошли оливки обрабатывать сначала. Угу, вот он. Так, дайте-ка я так вот отойду. Будем тут стоять. Не хочу тут под юниты подставляться. Боюсь вообще этой хода что-то ставить. Тут стоим. Я уже облажался. Может этим пойти полечиться лучше и там вот, например, исследовать. Так, тут священку. Святилище, точнее, надо. А кто живет справа от Кабула? Там перешеек, там, по сути, никого нет. Блин, варвары души. Ну, я рядом. Давай разберемся с этим лагерем. Че, я три хода убил. 4. Дождемся. 4-4. 4-3. Я думаю, что мне важнее священку быстрее построить, чтобы... Обратить Тимбукту. Даже когда стратреса не выходишь, лишь барьер. А, он сам обращается. Это не только из района, просто чтобы... Ведь он сам обращается. Ну тогда для этого города. Я не понимаю. Не хочется. Хочется в чём? Отлично. Все сами об меня убились. Тогда этого тут лечим. Ну вот почему ты? Как ты набрал? Тут. Блять. Плантации. Не ругайся. Ой, да как можно не ругаться? Два хода стоишь, даже города не ставишь, и тут на тебя просто Египет. Ну слушай, ну серьезно, ты надеялся при основании, ты основал религию и пытался не выйти в нормальный век? Я не выходил бы, если бы Египет не был таким активно защищен. У меня золотой век, ну что? Очень рад за тебя. Ладно, пошли лечиться этим скаутом. Какие руинки? Здесь уже все собрано, извини. Ну я-то 4 взял, хочется еще. Вот это ты счастлив. Ну, здесь будет, конечно, хорошее священное такое место. Я где-то вот тут, наверное. Одну руинку. У меня 15 очков из 19. И вы понимаете. Это... Надо собирать. Ты бы видел мой стол. Я вот, кстати, поиграл с церковной десятиной. Такая классная штука. Сидишь и думаешь о ЦКшках. Но это если она распространена.
короче, ты не успеешь. Но я вот поиграл как-то в одиночные с ботами на рабе. Просто 24 на халяву получил. Ну вот смысл, например, за мали брать церковную десятину, если ты все равно сугубы строишь. Ну, за мали, да, не стоит. Блин, у меня... Нет, у меня варварский клан Беремы строит. О, это все. Ну я ж могу у него нанять Берему. О! Хитрые ходы пошли против... Какую-то ачивку получил. Помню, просто появился такой лагерь, он просто там за 4 хода 4 Берема построил. Держу. Фланга, ладно, тут полечимся. Лечимся, тут подходим. И скаутом за этими ребятами бежим, чтобы там вылечиться. Так, ну лошадь меня не убьет. Пенгалу в Ньяне. Ой, слушайте, почему Пенгалу-то? Рейну надо было или Мокшу? Блин. Почему, собственно говоря, 5? Ты мне еще 3 должен. Какие 3 должен? Черт. Я у тебя одну взял. Ой, слушай, это такое невыгодное. Так, давайте сейчас плюс 5. Я говорю, не принимай. Против варваров поставим. Вообще, мне бы в теологию. Ну, все через раннюю империю. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях.